Здравствуйте. Это проспект Ветеранов. На вот этом перекрестке был такой несчастный случай. Чем закончится, конечно, не знаю, потому что, значит, две дамы, переходя вот эту вот дорогу, идут, хорошо языком болтают, а ребенка пустили вперед. А ехала вот отсюда маршрутка, похоже, типа такой небольшая. И она смела сбить этого ребенка, как-то подбросить наверх. Но он отлетел, слава богу, ничего такого не сделал. Она его погрузила на руки, а он просто взял смысл. Вообще не остановился, смылся. И она, конечно, взяла, не знаю, но сотрясение, то есть она нам точно получила, но как он ее тут. Мне, как говорится, не без нас нет. Вот такой перекресток неприятный. Оставил мне впечатление. Всего хорошего. Так, смотрите детей вперед. Не кидайте. Держите за руку. Смотрите на машину. Не доверяйте никакому светофору. Смотрите на их реакцию. Что он собирается делать? Снестись или все-таки он остановится? И только тогда вы можете спокойно переходить дорогу. Всего хорошего, до свидания, жду вас на своем канале, бай-бай.